В общем, ребята, это Башня Фантазии, на связи Чандра Альмина. Здравствуйте. У нас тут, конечно, не бордель, а какой-то бардак. В общем, отрубилась два раза трансляция, так уж получилось. Короче, нашли какой-то квестец шахтера. Вот где-то, по-моему, в этом районе было раз. К мистеру Киму. В общем, слушай, а место не напомнишь, где мы находили? Может, где-то какое? Здесь? Где находится шахтер? Короче, нашли какой-то квест шахтера. Нашли там, в общем, капсулу. Перезаписывать я уже это не буду, потому что, опять-таки, запись сломалась, ребят. Там достаточно сложно вот это все подождать, пока обработается запись стрима. Потом ее нужно скачать. Потом, короче, очень много геморроя. В общем, сразу объясню, где находится этот квест и как мы его начали. Несколько круток было, но ничего особенного в этих крутках не было. Даже в ивентовых. В особенности в ивентовых. Так, пока Альмина там дойдет до точки, внезапно удалось обнаружить, что здесь, оказывается, есть ящик. А я его раньше не замечал. Все, открываем его. Серьезно, я не знаю, как я его так пропустил, просрал, профукал, не заметил. Но теперь я его заметил. Надо будет исследовать карту. В общем, на сегодня у нас такие планы. И исследование карты, и боссы, конечно, потом будут. И в дверь мы обязательно сходим. Прямо сейчас, наверное, квест продолжим. Альмина, который покажет вот... А, так, это сверху или снизу вообще? На американских горках-то может быть или где-нибудь еще? Наверное, на воздушном шаре, я думаю. Все, я у него. У него? Да. Так. Группа меня? Группа тебя. Угу. Группа тебя. Группа меня. Смотрите, ребят, в общем, ну, просто покажу, да, такой вот момент. Здесь вот находится, вот в этой вот точке находится шахтер по имени Гусь. Он выдает квест. На каком уровне выдает, сказать точно не могу, но вот на 44-м, во всяком случае, он дал. Я думаю, что квест, уровень где-то 40-й нужен для получения этого квеста у Гуся. В общем, находите там рядом с обломками, потом идете к... Ну, сюда, по-моему, к начальнику Киму, договаривайтесь с ним, что нужно устроить засаду гиенам Хиличурлам, потом перемещаетесь сюда, устраиваете засаду гиенам Хиличурлам, убиваете их, возвращаетесь к Киму, он говорит, что можно забрать все вещи, это вещи с упавшего самолета, если что, тут разбился самолет, и вот этот вот шахтер Гусь занимался тем, что растаскивал обломки. Так вот, потом мы вернули вещи доктору Клэр, потому что вещи принадлежали Лину, это муж доктор Клэр, который погиб, как вы помните. Вот, и дальше у нас вот идет момент с Ханной. Она что-то от нас хочет, они какой-то ремонт здесь затеяли, этого парка аттракционов. Дальше, погнали тогда с тобой в дверь. Да-да-да, кругалек прям я увидел в корзине. Ладно, потом выберу. Так, есть контакт. Ну и следующая еще одна располагается где-то вроде бы здесь, но на самом деле я не знаю, где именно самое-то здесь. Может, внизу все-таки? Я до нее добиралась. Ай! В общем, какая-то сложная. Мутные здесь есть моменты, связанные с этим местом. Непонятно, что сверху, что снизу, что слева, что справа. Вообще, где мы находимся, кто мы, куда мы идем и так далее. Дошла? Нет еще. Ой, кстати, ребят, вот эти вот капсулы, оказывается, один раз перед записью, я еще не начинал запись, не начинал, даже стрим не запускал, я увидел, как вот эта капсула появляется, она прям с неба, бам, спускается, знаете, как в Вархаммере вот такая капсула, и оттуда вот сейчас вот роботы появились, а так вот как космодесантники оттуда вышли, она падает и раскрывается именно, выглядит интересно, правда, запечатлеть этот момент, как вы понимаете, почти нереально. Так, а может быть это где-то здесь? Это может быть где-то здесь? Один раз нормально залез, а другой раз вообще не могу залезть. А что, за дверью тебе лезть куда-то? Да. Опа, действительно, золотая крутка, кукусики. Все, взяли золотую крутку, прекрасно.
Сегодня, я думаю, может быть, покрутим какие-нибудь круток. Ну, вообще покрутили мы круток. Мы покрутили, по-моему, 3 раза фиолетовые. Мы покрутили 1 раз ивентовую и 1 раз золотую крутки. Пока что больше ничего. Мы будем собирать все-таки ящики, все закрывать на 100%. Причина очень простая. Нам нужна сила, а при всем при этом опыт как таковой набрать в этой игре несложно, в принципе. Вот, поэтому мы займемся как раз сбором всего, что здесь есть. Эксплорингом. Ой, вот это, кстати, нужно собрать. Здесь код нужно найти. Что нам говорит пароль? Да, она издевается надо мной. Пароль издевается? Здесь нам нужно именно угадать пароль. Значит, что мы имеем? Еще раз. Первая и вторая совпадают, и третья и четвертая совпадают. При всем при этом третья больше, чем вторая. Первая и вторая... Ну, допустим, 1-1-2-2. К примеру. К примеру, 1-1-2-2. Ты не помнишь здесь пароль? Либо 2-2-3-3, либо 3-3-4-4, где-то так. 2-2-3-3. Пусть будет 2-2-3. Сейчас быстро надо торкнуть только вот этого паренька. У него, правда, к физухе, но ну, не важно. 3-3-4-4. И 3-4-4, хорошо. Ну, мы просто разгадать-то разгадали уже, идею всю перевели. Я тут уже была, просто. Это да, это я понимаю. Так, и забираем ящик, хорошо. Я готов к тебе выдвинуться. Нужно? Можешь выдвигаться, да. Или просто не слышать тебя и нагло игнорировать? Можешь выдвигаться. Хорошо. Так, Leave the Team. Угу. Снова поговорим про машину мечты, конечно же. Погружаемся в наши мечты. Ребята, это все-таки башня фантазий. Все мы понимаем, что название не просто так сделано, да? Тут множество симпатичных девчонок, все дела. В общем, погружаемся в мечту. И что нам здесь нужно сделать? Просто поубивать их? А, это очень плохая миссия. Ладно. Я тоже не могу. Я убила максимум 50, наверное, вот на вторую награду. 70, я не знаю, как убивать. Я вот тоже 50 убивал. 55, по-моему, мой рекорд был. Это, конечно, перебор. У них уязвимость бы хоть какая-нибудь была бы. Чтобы выбрать соответствующее оружие, которым бить. А у них ничего такого нету. Это грустно. Так, зелоты-то слабые, а вот гарпии, к сожалению, уже нет. Ой, а я вам команду мыть не поставила туда. Ну, и сколько, да, что она есть. Надо оповестить всех, кто что есть команда ныть. Ведь не все. Вернее, не только лишь все. Мало кто знает о ней. Мыть здоровье гоблинов. Да-да. Да-да-да. Участвуйте, бокшика. Ах, сразу. Ничего себе, меня оглушили. На сколько времени? Мне вообще самураи выпали. Еще какая-то фигня. Они такие толстые. Вот-вот. У меня тоже самураи сейчас. И ты просто... В смысле? Ага. Вафелька. Вот-вот, самураи, это, и они все постоянно идут, и идут, и идут, и идут. Да-да-да. А еще у меня на какой-то волне роботы вот эти вот электрические остались там же, в воротах. То есть я всех поубивала, а они потом пришли. Вот это неприятно. У меня, благо, такого не было. Вот я... Молодцы, участвуйте, участвуйте. Yeah.
Так, 30 секунд всего осталось. Сколько? Я опять 50 всего убью. Кошмар. О, отлично. Три желтеньких штучки. There's no running away from me. И копье прокачать. Все. Палка 70-я. Это хорошо. Be careful. Но не успел. Палка будет чуть больше. Порядка 60 убил теперь. Ладно. Omnium Shield зато дали много частей. Мне интересно, что такое этот шилд, и я думаю, что он мне пригодит. Спасибо за элики. Палка выпала? Какая палка? Улучшила я палку до 70-го. А, улучшила палку до 70-го. Понял. Так, хорошо. Где еще женщина? С оторванными ногами. А как-нибудь можно посмотреть? Они не отобразятся, нет? У меня еще одна женщина рядом с другим боссом. Имеется в виду фильтр, чтобы отобразить именно их. Только их. Знаю. Так, а женщина где? Вот она, женщина. Рядом с еще одним боссом. Ну в смысле? Это уже было. Не хочу я с вами драться. Меня достали эти обезьяны. Не хочу. Можно мне увернуться как-нибудь? Может быть, и можно увернуться, но явно я не могу сделать. Клэр. Ну, Клэр же, ну. Ладно, сейчас быстро убьем их, попробуем. Ну, Люся-то нафига сагрилась? Ладно, ладно. Еще раз. Тихо, я попробую добраться. Не знаю, смогу ли я втихаря добраться. Чуть все остальные у меня есть. То есть ты на 100% закрыла уже? Чего вдруг? Ну, картиночки вот да закрыла и все. Не? Нет. Не-не-не. Так, ну давай шустрее-то, господи, шо ж ты так долго пишешь-то, чудовище. Кому? Женщина с оторванными руками. Вы не можете, пока деретесь. Да елки-палки. Какая она долгая, боже. И пропустить нельзя. Душнина. Все, пошла душнина. Короче, рядом с боссом, когда она выпадает, это не очень приятно. Все, ой, тогда. А чё, погодь, а что нужно делать-то? Что нужно делать? А что там? А, я, кажется, понял. Я вроде бы понял, но она... Ой, она сложная, я вот это не смогу пройти, наверное. Я не запоминаю, как они выглядят. Они для меня все одинаковые. Так, девочка где-то вроде была. Здесь? А, видите? Это нереально просто, слушай. Не знаю, я довольно старалась быстро проходить, но при этом у меня не получилось. Здесь, по-моему, находится... Вот она собака, и вот она тоже собака. А, вот эта девочка находится здесь. Вот кошка находится здесь. Вот эта фея, я ее еще не видел. Большой кот. Тыковка, это первое, что было. Раз. Это большая штука, она находится здесь. Вот эта вещь, она находится вот здесь. Боже, это так тяжело. Я прошел, конечно, но это так тяжело. Кстати, раньше давали улучшение на оружие, а теперь на улучшение на релики дают. Почему-то. Ну. Так. Mm-hmm. Посмотрели mm-hmm. на кораблик. Отметили. Люмина. Альмина? А? Я тут. Люмина. Альмина. Вот
эти, блин. Ой, золотая круто. Ищи теперь, блин, вот эти суплайподы. Это задача не из легких. Их кладов 51, это две, на этом. Я нашел 51. Ну, на предыдущий, там, где аттракционы, это вообще жопа какая-то. Там очень тяжело найти. Я вот там сколько провозился-то. А сколько точек этих? Ну их нафиг. Мне нужен World Explorer. Ну там, блин, 98 штук. Ой, благо там вот так чисто была. Такая просто штука. Морозную локацию я не смогу еще подследовать. Там закрытые половинки. Ой, я какого-то берсеркера Акса убил. Вот здесь, где я сейчас нахожусь. Тебе дали ачивку? Ты рядом была? Не знаю, я не смотрела. Я как посмотрела. Возможно, я его уже убивала. Может быть. Нам еще же этих надо будет по всей карте понаходить, их очень много. Всех вот этих берсеркеров, фигеркеров. Это да. Миллионы. Так, где-то за Люськой есть. Ищи, ищи. Я вот тоже немножко пособираю. Да, собирай. Мне нравится, что есть золотые крутки. Не только фиолетовые, золотые, их не обязательно покупать. Но здесь система выглядит, во всяком случае, лояльнее, чем в Геншине. Угу. Ой, через два дня я пропаду в Геншине обратно. Тут-туду. Потому что через два дня я предзагрузку уже сделала. Ну все. Мы ее потеряли. Больше никогда не увидим. Пока еще не потеряли, но потеряете, да. А где она? Нафига она тебе где? Геншин, если есть башня фантазии? В Геншине все-таки получше. Немножко там персонажей больше. Персонажей больше, да. Не, ну игры разные. Да. Все-таки разные. Когда выйдет здесь мальчик в белом костюме, вот это будет вообще тема. А он выйдет? Я надеюсь, что он выйдет. Так, а здесь наверху цветок, а где слайм? Сейчас, сейчас я посмотрю, подожди. Я кое-кого убью, приду к тебе и посмотрю. Тебе цветок. Поставить и уйти. Так, здесь я забирала, я помню. Здесь я тоже забирала. Так, я иду к тебе. Давай. Вообще непонятно. Хорошо. А, слайм нашел. Все, нашел. Если бы интерактивная карта была, я бы ее заполняла, но сама заполнялась. Да. Было бы хорошо, если бы интерактивная карта была внутри. Ну, хотя бы даже если сторонняя. Но ты подгрузила свой профиль, оно тебе прочитало и вставило. Ой. Это правда. Там слайми где-то с одной стороны. Вот тут вот есть... А чё ты его выкинул? А я его не смогу занести. Почему? В смысле? Ну что ж ты спустил? Я не хочу убивать их, они с щитами. Давай я их убью. Давай. Я их на себя отвлеку. Да я понял. Да ничего, они не с щитами, чё, чё? Они не с щитами разве? Нет, они слабенькие. Они выглядят как те, которые с щитами. Не-не-не-не. Ну там видишь, машина прибежала. Ничего страшного, ты тащи, а я отвлеку. Здесь такая душноватая местность. Я вообще плюнула на все это и просто пошла относить его. И не важно, что там стреляли. А у тебя из рук не выбивают мимо. Разве? Они мимо попадали просто. Тут-туду. Имперские штурмовики. Неожиданно. Так, вот там цель. Еще чуть-чуть подальше желтый кружок. Где? Цветок далеко. Туда? Иди сюда, иди сюда, вон он, да, правильно. Да, я вижу, там целых две штуки какие-то. Ладно, потом ты заберешь, ты забери то, что там есть.
Потому что тут, по-моему... Тут что-то внизу еще есть. Внизу и на самом краю. Вот на самом краю забери. Ой, я могу, кстати, фейерверк же запустить один. Зачем? Я не знаю. А что он дает? Я не знаю. Давай я тоже запущу. А я не могу запустить. Блэк. А я не могу запустить. И это все, что ли? А я запустить. А я не могу запустить. И это все? Можешь забрать? Можешь забрать то, что внизу? Я тут подожду. А ты сюда потом... надо вернуться, да? Ну, надо же эту сферу донести до цветка. А, там цветок со сферой. Да. Ну вот этот желтенький. Я не увидел его. Так, сейчас. Хотя я у него подожду. Ага, ну, здесь я забрал. Кустанику. Теле... Стоп, погодь, а тут точно не внизу что-то? Ты уверена? О чем ты? Ладно. Какой ты? Ну ты забрал то, что там еще? Нет, было? Тут внизу все-таки было, Оля. А, еще ну, внизу нет. Было. Я ж тебе говорю, ты забери. То, тут две внизу. Было. Тут две было. Я внизу, а я постою наверху. Хорошо, хорошо. Все, я забрал. Так, трансфер. Телепортируюсь. Так, я взял. А где цветочек сам? Я не видел его. Мне вот так долго идти надо. Да. Можешь покидать его. Он не исчезнет. Ага, не исчезнет. Помню. Не исчезнет. Тот исчезал, потому что там вода была. Допустим. Потому что далеко идти, он не должен исчезнуть. Так, стоять. Не сюда. Лучше обойти. Не, ну если Геншин, например, снимать, то это надо начинать с самого начала, это нужно все исследовать снова. Скорее всего, на сервере, где играют совсем дебилы, каждый, кто на нем играет, он абсолютно безмозглая тупица, он, в принципе, ничего в этом мире не знает, не понимает, оно может только заниматься токсичностью и так далее, имеется в виду европейский сервер. Вот. Потому что на других-то... Хотя, на других есть записи стримов в целом. За Ноэльку, конечно, если. Но там все равно, по-моему, даже и на Зума не открыт. Ну ты же на Америке всех персонажей открываешь. Вот можешь на Америке продолжать. Не, на Америке у меня гарем. Там будет девочка с зелеными волосами. Ты куда? Я не знаю. Я же говорю, я не знаю. Я же тебя веду. Я думал, ты пошла подраться. Увидела мальчика с голым торсом. Решила пойти познакомиться. Ага, этот мальчик с голым торсом убегает от меня. Видимо, слишком активно пошла познакомиться. Заходи, заходи. Не сюда. Угу. Ух, какие лабиринтианы-то. Эти обрывы всякие, поэтому легче кругаля дать. Я понял. Так, а я могу написано? Просто отдать ему? А я не знаю. Нет, не могу. Кидай. Золотая крутка. Отлично. Угу. Здесь где-то еще что-то на горе. Ну, конечно же. Ну, конечно же! Я дальше пошла смотреть. Давай. Какая сложная тут локация. Да. Здесь. Так, а ты на Америке будешь открывать? Или ты так и продолжаешь на многих серверах? Нет, я на Америке играю только. Поэтому все будет на Америке. На Америке у меня много открыто, да? Там и Джун Ли будет в этих... В первой. Нет, Джун Ли классный. Один из лучших персонажей в игре. Объективно. А Тигнари поставят еще и в стандартные потом. Что когда будет 3-1. Ага. Новый стандартный персонаж будет. В смысле? В прямом. Я не понимаю. Стандартный персонаж, это который за синие кружки.
Я уже не помню, какие там крутки, честное слово. Там есть синие, угу. Которые персонажи, там Дилюк, Кицин. Угу. Вот такие. Моно. Не на горе. Не знаю. Дальше иди. Под горой, видимо. Вот. А есть ивентовые крутки. Ммм, угу. Вот. И вот в этих стандартных крутках теперь будет новый персонаж. Но версии попозже. 3-1 будет. Сейчас будет 3-0. А 3-1 добавит нового персонажа. Как раз и тот, который сейчас будет. Крутка. Я начну с него, если он выпадет. Первый десятки, то я пойду дальше против земли. Если меня будет специально. Но я буду его дать себе тогда. Freeze and shatter. Да ты останешься там по маленькому ходить. И плюс девочку дадут. Трехзвездочную. Тендроида? Там ивент будет. Это прохождение ивента, дадут ее. О, у меня женщина появилась. Классно. Угу. Ладно. Пообщаемся с ней. Это хорошо, что она появляется. Я не знаю, все-таки при каких условиях. Иногда при убийстве вот каких-то таких особых противников. Иногда при открытии ящиков дается. У меня только при открытии ящиков попадало. У меня сейчас я убил защитника шара. Ну, то есть трэжа этот гард. И мне дали. Так, лабиринт какой-то. Так, прямо направо. Ой, а это сложно. Да, право-направо. Упираемся так прямо, идем прямо. Прямо упираемся. Потом первый же поворот будет налево. Потом направо. И потом направо. Ой, слушай, это сложно. Налево. Есть контакт. Ой, это броня будет. Кстати. Как интересно, ребята с топографическим кретинизмом это проходят. Видимо, никак. Ну, видимо, да. Лабиринт все-таки это такая непростая задача, и есть же вот такая вот, когда не воспринимаешь пространство. Фоткают. Фоткают. Может быть. Но здесь же нам время нужно, тем не менее. Не все так просто. Ну, ты фоткал... положение. И пошел. А как он поймет, где он? У него самая проблема, то, что он не ориентируется именно в пространстве. То есть он не помнит, где он находится. Угу. Это не знаю. Ой, у меня же экономия еще даже не открыта. Экономию я и не хотел. Мне... Я настолько не люблю вот эту Какоми. Или как там ее? Да-да. Такая противная просто. Да вообще сюжет говна в Геншине, конечно. И вот эта садомия, она ужасная. Так. А, еще женщина есть. Поехали к ней. Так, это, видимо, я тоже забрала... Так, я пока вот тут открою. Не обязательно. Не знаю. Ага, пробился. Я приняла. Ну попробуй принимать. Вдруг и кому получится. Я данные не отправляла? Зачем им? Согласен. Требования команды. Участники должны отправить команду. Вот здесь вот фармят вот этого товарища Ноаха.
Но фармят достаточно редко, и вообще спорная такая тема. Критическую массу нужно набирать. По большей части, исходя из количества народу, сколько фармят на самом деле, я думаю, что это какой-нибудь ютубер где-нибудь подсмотрел. То, что изобрел, маловероятно, что какой-нибудь ютубер. Но подсмотрел и распространил кто-то. Ну, хотел у девчонки жалко зрителей и у второго, который стримил, 1К400. Поэтому хорошо, ладно, пускай. Пускай будет. Посмотрим. То есть мы теперь в джунгли входим? Да. Мы теперь в команде. Хорошо. Ой, мне еще одна женщина выпала. Опять с босса? С особого противника. Меня так не падает. Ну, женщины меня любят просто вот. Ну да. Где Свамблер? Предатель мой. Раз. Так, тогда нужно в следующей серии это делать.